потом он написал много прекрасных, замечательных песен. Раз мы вспомнили одну певицу, давайте вспомним другую, которую мы помним очень хорошо, в отличие от Ирмы Ямузен, к сожалению, она подзабылась в народной памяти, а она была очень интересной певицей. Мы вспомним Клавдию Иванушу Женко, которая подарила нам тоже много радостных минут, и сейчас прозвучит песня, написанная в 40-х годах, послевоенная, песня от Бачникова и Болотина из репертуара Клавдии Иванушу Женко, называется она «Точно». В парке встретилась недавно я с героем молодым. Он такой, ей-богу, славный, сразу я сдружилась с ним. Сколько ловкости и силы, сколько смелости на вид. Но о чем бы ни спросила, все он точно говорит. С фронта? Точно. Нынче в отпуск? Точно. Так он рассказывал про личные дела. Летчик? Точно. Много сбили? Точно. Очень интересная у нас беседа шла. Мы весь день не расстались, мы сидели на песке, мы на лодочке катались по родной Москва-реке. Я ждала другого слова, но мой славный паренек, кроме точно мне другого ничего сказать не мог. Вася? Точно. Хорошо вам? Парк закрывается, пора идти домой. Завтра точно, ровно в 8, точно. Молча прощается, вздыхает парень мой. А в конце второй недели чуть не вышел вдруг скандал. Так же в парке мы сидели, он все тоже повторял. И сказала я нарочно, если ты, имей в виду, мне еще раз скажешь точно, я немедленно уйду. Страницу песен ретро и закончить первое отделение концерта, мы сделаем с вами небольшой перерыв. Мне хочется перед этим сказать, во-первых, если у вас будет желание, мы можем в конце концерта, там, ближе к концу, если у вас будут какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу, постараюсь, во всяком случае, ответить. Это первое. Во-вторых, я привезла небольшое количество дисков, 3 альбома, посмотрите на них, пожалуйста, и еще есть флешки с полным собранием сочинений, то есть со всеми альбомами. Там 14 альбомов на этой флешке, все собраны, все есть. Какие-то альбомы уже давно не существуют, потому что весь тираж был и не один проданный. И что-то есть, там даже есть один альбом, который, к сожалению, не издан пока. Называется он, помню, как «Памятный вечер». Вот есть такой альбом, есть, в общем, все записи мы собрали на одну флешку. Пожалуйста, если у вас будет желание, вот здесь на рояле все это представлено, посмотрите. Ну и в конце первого отделения еще одна старая добрая песня. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. Твоих красивых взгляд не отвести. Прошел чуть не был мир, а я с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Знай, другой такой на свете нет наверняка. Прошел чуть не был мир, а я с такой, как ты.
надеялся и думать не додумался, что встречу я тебя. Вновь рассвет весенний гаснет, звездочки в пруду. Красиво цветы положим, да? Да, нас, да, нет, нас радовать, а потом я их заберу. Выключаем? Угу. Антракт.